Я пригнулся, потерял скорость. Не-не, думаю, заново. Аккуратно, аккуратно. Вот здесь прям надо пригнуться уже. Еще ниже. О, все, прошел. Это тоже, что ли? Не, это другое. О, здесь я бы хотел тормоз на руле задний. Are you alright? Fucking бревно, курва! Ха. Ха-ха.
здесь что у нас оказывается? Нежданчик. Что там будет? Будет готовы еще затянуть. Чуть-чуть на вилле. Ну, в целом, как будто это изъябельное. Я посмотрел вниз, а не вперед. А когда посмотрел вперед, то я уже ехал не туда. Я помню, мы тут на ТЗС застряли тоже. Кстати, да, тогда я заглох. Ага. Как лучше, как думаешь? Может и туда даже. Стой, остановим. Я... Давай еще, ладно уже. Отдохнем. О, сюда лучше. Давай, раз, два. Сейчас, подожди, заведем, отдохнем. Стоит и стоит. Тут прям на инерции. Ремень. Ой, куда это? Все. Супер, спасибо. Ну, почти. Не прожал. Получается, сразу газ и тянешь. Да, не прожал, не прожал. Мочь, точно. Надо прям раз. Вау. Вау, ну ты монстр. Да, я просто не подъехал на скорости, как ты, а попытался переползти. Thank you.
Ой, прости, малышка. Стой, 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 тут стоит чувак. Подожди, подожди. Что, сможет старт на тяге выехать? Лучше задом, задом скати. Подожди, подожди, давай что-то вместе одно делать. Ветка. Куда она влезла? Может чуть газануть и уехать? А он выключен. А вперед его туда. А за что она держится? За подножку мою левую. Бля. Поднять на меня. Да, да. Дайте я наверх заеду. Давай. Теперь? Все нормально, да. Что-то все равно там держит. А, вот все. Приложение ВАРК не отвечает. Может, ты попробуешь, чтобы мне скилла не хватает. Да у меня, думаешь, на нем хватит. Не, ну интересно, конечно. Скорее всего, я с непривычки тоже не заеду. Непривычно все. Не, так не могу их на разгон взять, как надо. Главное сразу как-то на подножке умудрить встать на обе. Ну, почти. Блять, сука. Помощь друга. Ну что, небольшой чит код. Да блин. Не, сюда-то заеду. Просто чисто интересно. У меня тоже. Передвигаться, чтобы не так боялся газовать. Сильнее газовать, чуть-чуть вперед. Круто.
Сил нет. Уже не контроль такой. Вот эти два бревна нормально так перескочил.